Всем привет! Рада приветствовать вас на моем аппетитном канале. И сегодня буду делиться рецептом сочных котлет. Для начала давайте подготовим наши овощи. Берем луковицу и мелко ее нарезаем. Я больше предпочитаю нарезанный лук в котлетах. Считаю, что так получается сочнее и вкуснее. Но на ваше усмотрение можно натереть на терке или пропустить через блендер. Мне же нравится вот таким вот способом. Далее натираем кабачок на мелкой терке. Слегка подсаливаем и оставляем, чтобы вся жидкость выделилась из кабачков. Пока отставим это в сторону. Далее подготовим наш фарш. Я сегодня буду использовать смешанный фарш, и у меня свино-говяжий. Сюда добавим копченую красную паприку, соль, черный молотый перец, чеснок. У меня сушеный, но можно добавить свежий. Мелко рубленый лук. Также я добавляю яйцо, но его можно не добавлять. Для этого нужно отбить хорошо фарш, и тогда появятся белковые волокна, и котлетки будут хорошо держаться и без яиц. Далее берем наш кабачок, отжимаем от жидкости и добавляем фарш. Важно хорошо отжать, чтобы фарш не казался нам жидким. Все хорошенечко перемешиваем до однородности. Наш фарш готов. Берем воду, смачиваем руки и формируем наши котлеты. Размер котлеток зависит от вашего желания. Вот такие красавцы у меня получились. Далее разогреваем сковородку и обжариваем с двух сторон. На небольшом огне, можно даже под крышкой. Ну что ж, мои котлетки с одной стороны поджарились. Переворачиваю. И обжариваем с другой стороны. Наши вкусные котлетки готовы. Убираем их с огня. Можно подавать к столу. Параллельно я приготовила картофельное пюре. Считаю, что котлеты нужно подавать обязательно с пюрешечкой. Вот такие красивые, сочные и аппетитные котлетки у меня получились. Всем приятного аппетита и большое спасибо за просмотр.